Я хотел напомнить, что, кстати, как раз вот в июле исполняется 2 года новой полиции. Тогда, в 2015-м, вспомните, ее запускали очень пафосно. Стройные ряды молодых копов, модельной внешности. Тогда же началась их успешная селфи-карьера. Но вот карьера правоохранительная оказалась далеко не такой удачной. Резонансные скандалы, разбитые патрульные приусы, рост количества преступлений, аварий и низкая раскрываемость. Все это из-за низкой профессиональной квалификации молодых полицейских. И на этом фоне в Украине теперь появится еще и новое подразделение. Тактическая полиция. Ее задачей будет борьба с уличной преступностью, которая, к слову, за последние несколько лет увеличилась в разы.